Более половины этой суммы потратят на капитальный ремонт школьных спортзалов. Такую поддержку на условиях софинансирования получат 26 муниципалитетов. Около 15 миллионов направят в Павловский район, чтобы завершить реконструкцию стадиона. Привести его в порядок Вениамин Кондратьев поручил во время одной из рабочих поездок. Закончить все работы там планируют до конца этого года. Также порядка 3 миллионов получат Новороссийск, Славянский и Лабинский районы на создание условий для занятия физической культурой людям с ограниченными возможностями здоровья.